я буду сегодня сделать. Вы так приедете, смотрите, вот этот замечательный шарик. Соответственно, я его поднимаю по нему. У меня будет Путеводитель – это информация. Я – эмоция. Английский, итальянский, учу китайский. У меня мама экскурсовод была. Весь мир. 36 стран. Были известны. Очень. Ночью встреча, с утра обзорка, потом Кремль, Большой театр, ночная Москва, а 8 стою, улыбаюсь. Да. Устаю. Не променял бы. Сегодня Международный день гида, а в Москве впервые празднуется День московского гида. Коллеги, друзья, желаю вам здоровья, удачи и много-много довольных туристов. Профессия экскурсовода – это самая лучшая профессия на свете. Это проводник для иностранных гостей. Это возможность сказку рассказать. Привлекает возможность общаться с интересными людьми. Привлекла возможность узнать больше о нашей стране. Приносит много приятных моментов, положительных. Возможность удовлетворять собственное любопытство за казенный счет. Мне кажется, это потрясающе, когда ты можешь рассказать о том, что ты любишь, о том, что тебя вдохновляет. Ни одна из вполне достойных сфер деятельности не дает такой эмоциональной отдачи. Есть возможность общаться с иностранцами, показать им наш город. Приятно видеть их горящие лица и отвечать на их вопросы. Я могу полностью в ней раскрыть свой творческий потенциал.
Я люблю ходить по Москве, и мне приятно показывать свой город другим людям. Это не только показать, это рассказать так, чтобы они в это поверили. И возможность преподнести им нашу историю, нашу культуру. И дарить им радость общения вот с историческими объектами. Работа на переднем фронте туризма. Возможность постоянно чему-то учиться, узнавать что-то новое. Вы можете поделиться этой историей со всеми, кто желает этого. И даже кто не желает, все равно втягивается. Гид должен уметь все. Организовать группу. Он должен владеть материалом. Должен уметь общаться. Нужно быть спокойным. Пунктуальным. Обладать чувством юмора. И обладать харизмой. В первую очередь любить свой город, он должен его знать. Быть немного актером, немного психологом. А еще он должен быть отзывчивым человеком. Языки обязательно иностранные. Лучше всего, когда гид – это творческая личность. В первую очередь он должен уметь работать с людьми. Он должен уметь подстроиться под любую категорию туристов. Все время доброжелательным, общительным. Он должен иметь терпение. Уметь действительно найти общий язык с человеком. Гид, он не просто дает информацию, которая есть в Википедии, в справочниках. Поделиться своим вдохновением от Москвы с нашими гостями. Чтобы они этим прочувствовали. Чтобы они сказали, мы обязательно приедем еще и привезем всех наших друзей и родственников. Я бы хотела водить группы иностранных туристов. Я бы предпочел индивидуалов. Вникнуть в нашу историю, архитектуру, в нашу каждодневную жизнь. Вот это действительно те туристы, с которыми работать приятно. Я бы хотела работать с индивидуалами и с небольшими группами. Мне нравятся взрослые туристы. Я бы хотела, чтобы было побольше молодежи среди туристов. И, возможно, индивидуалы. Я предпочитаю пешеходные экскурсии автобусным. Получаю очень большое удовольствие от школьников, приезжающих из дальних городов. Скорее всего, дети самые сложные. И очень приятно, когда тебя слушают, и тебе хочется рассказать людям как можно больше. Это люди, которые жаждут что-то узнать нового. И мне всегда получается общаться с более старшим поколением, с пенсионерами. Мне хотелось бы попробовать водить туристов не только по городу, но, может быть, даже поработать на корабле. Детскими глазами можно посмотреть даже самому по-другому на город. Со всеми интересно, я готова к любым туристам. Если бы мне дали 30 китайских детей, я бы с ними справилась. Да любых англоязычных, которые бы меня просто достаточно хорошо бы мы английский понимали, можно японский. Я возьму детей американцев и шведов в придачу и скажу, пойдемте, я вам сейчас покажу Москву. Ну вообще по миру я поездила достаточно много. Была и в итальянских городах, и во Франции. Я объездила Европу. Лондон, Париж, Варшава, Будапешт. В Сингапуре, в Париже, в Амстердаме. Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия. Белград, Гамбург, Мюнхен. Очень много бывало в Италии. Это Рим, Венеция, Флоренция. В Швейцарии, во Франции, в Испании. Америке, на обоих континентах. Много городов на востоке и на западе, в Европе. Но Москва, конечно, самый лучший, самый красивый город. Москва у нас становится с каждым годом все краше и краше. Я поняла, что Москва лучше всех. Что я целиком полностью являюсь патриотом Москвы. Вроде не Европа, вроде и не Азия. Самый любимый город, я никогда не смогу сравнить его ни с каким другим. Что лучше и краше нашей Москвы абсолютно нет никакого другого города. Погуляешь по переулкам московским и подумаешь, господи, как же здесь красиво, как здорово. Да? Всегда было приятно возвращаться в Москву, это родной город. Я обожатель Москвы. И по-прежнему считаю, что Москва – это самый лучший город Земли. Я горжусь и Москвой, и своим государством. Но все-таки Москва – это самый лучший город на Земле. Мы любим Москву!